Я Березовская Светлана Михайловна, представитель фирмы ООО «Наука Плюс» и Березовская, которая производит и впервые получили у нас в России зеленый листок европейский, который соответствует тому, что наша продукция рис отвечает всем требованиям европейской сертификации. Для нас, конечно, это очень интересно. Мы 5 лет шли к этому зеленому листку, тяжело, трудно, но получили качество риса такое, которое достойно на международном уровне. Мы производим рис регул, потому что это очень интересный рис, он длиннозерный, и у него очень хорошие пищевые качества. Рис двух видов. Это рис белый, шлифованный, и рис не шлифованный, рис бурый. Хочется сказать о новом рисе буром, потому что это рис, у которого остались все витамины, с которого снята просто кожура. Это великолепный продукт, он пользуется спросом среди детей, среди взрослых. Его готовят особенно с сыром, с хорошим твердым, ну, грюйер, например, нас очень любят в семье. Я могу сказать о том, что рис – это такая продукция, которая, в принципе, должна очистить человеческий организм. Очень приятно, и хотелось бы, чтобы заметили, что нам, как фирме, хотелось, чтобы этот рис покупали в детские сады, потому что мы считаем, что растущее поколение детей, они должны питаться хорошей продукцией. И если для торговой марки это дорого, потому что это органический рис, и мы позиционируем его на 50% выше, чем нормальный рис, который традиционный, то для детей мы могли бы поставлять органический дробленый рис. Для каши это не важно, но он бы стоил там 15-20 рублей. Но пробиться ни к руководству, никуда пока это очень сложно в нашей стране. Мы бы очень хотели, чтобы люди понимали, что органическое производство – это очень полезно, это будущее.